Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас вторая сторона доната. Опять, скорее всего, видосик закину уже утром, потому что многие из вас спят. А возможно, сегодня еще посмотрим, хотя битва гильдий. В общем, сегодня на китайке, как всегда, топовые акции. И вот так вот. Вот так вот, ребят. Вот такие вот плюшечки у нас сегодня на китайке. Базар, в принципе, думаю, многие из вас видели. Сейчас вам его покажу. Бонусом дали 5 камней, и я уже могу сделать девяточку. Поэтому, если хотите увидеть фрейку с девятым пактом, обязательно ждите, будет завтра видос. Решил все-таки начать с фрейи, так как она более используемая везде. Ну, интересно посмотреть, что же она будет вытворять. Так, окей. Думал Минотавра прокачать, ну я, честно говоря, Минотавра мало где использую, и мне он не настолько актуален, сколько Фрея. Так, поехали смотреть плюшки, я еще не все, правда, забрал, еще потом доберу. Вот такие вот призы, по сути, 5 паков наших больших, даже меньше, где-то 4 пака. Это вот огник, скин на огник опять по 5к, ну как видите, до хрена. По сути, один пак некрос, сразу скина дофига дают. Вот, также, как видите, кучу скинов продают и так, и в принципе не особо дорого. Вот такое вот, и вот большие паки здесь продают эмблемки раскола, тоже их буду качать. Прокачивать, делать восьмые для архидемонов. Так, вот так вот, такие вот у нас плюшечки. Ну, это затраты, но затраты, честно говоря, оно себя не оправдывает. Такс, что тут у нас есть? Есть также у нас коллекционер. Давайте сейчас я позабираю, сколько смогу, покажу вам, что у нас в коллекционере. И пойдем дальше по акциям, побегаем, посмотрим. Ну и пооткрываем плюшки. Так, ну не хочет. Сейчас. Что-то надо будет Нокс переставить. Сейчас, ребят, секунду. Придется с планшета все забрать. В общем, акции реально, я уже говорил, поменялись на китайке. Я, честно говоря, удивлен с этих акций, что они такое сделали. Сейчас я заберу. В принципе, первый бонус вы уже видели. Я вам показал. Ну давай забираем. Купить немножко. Так, первый мы забрали. Сейчас покажу вам сразу же второй. Буду перезаходить. Вот такой вот второй бонус у нас. Давайте там что мы сделаем. Сменим. И, кстати, начало быстро выбивать на Ноксе. Раньше такого не было. Так, забираем второй. Скины потом, возможно, я вам покажу все, уже все награды сразу расскажу. Сейчас, честно говоря, нету времени, хочу вам записать обзорчик фрейки с пактом. Странно пишет. Награды получены, но не дает. Сейчас попробуем, заберет, не заберет. А, не дает. Сейчас, окей.
Что-то ребята, ну, подтупливает. Вот, отлично, забрал. В общем, обнова офигенная. У меня уже куча кристаллов. Я буду качать 8-е талантики. Это вам тоже покажу. Точнее, 8-е рунки. Так, забрал. Чем у нас дальше? За 700. Ну, такое себе. Давайте еще это заберем. Давайте вот так. Раз. Два. Неудобно то, что бегать надо туда-сюда. Но ничего не поделаешь. В принципе, сундук здесь идет. Сколько у нас? 2 дня. Я потом покажу завтра уже, наверное, остальную часть, чтобы не затягивать этот видос. Ну, честно говоря, там плюшки не особо. Там в основном в конце плюшки будут. Ладно, запишу вам отдельно видос. Буду тестить фрейку, вам покажу видосик. Да, уже потрачу ресурсы. Так, забираем это все. Вот такие дальше плюшки у нас идут. Окей. Поехали, пробежимся по акциям. Что тут у нас сегодня по акциям есть? Так, у нас здесь 27 попыток. Ну, давайте добьем это все уже. В общем, китайка уже, по сути, превращается в английский сервер. Это плюс-минус. Как видите, плюшек продают очень много и нужных плюшек. Единственное, что значков почета надо будет чем побольше набрать. Так, с этим мы разобрались, с этой акцией. Вот эта акция, тут кучу всего дали. Сейчас мы пойдем открывать. Эта акция, по-моему, за трату, если не ошибаюсь, карты. А, это бинго, бинго нафиг. В общем, у меня уже на этом серваке куча коробок. Также куча коробок с чарами. Так, сундучки. И можно будет уже, соответственно, паролить топовые чары героя. Останется у нас, как на английском, только созвездие попрокачивать, поделать эволюции и выводить аккаунт, делать 450к, в принципе, можно. Но, опять же, надо кучу ронинов, надо кучу значков почета. Если вы смотрели английский сервер, там у меня уходит очень много зпшек. Я уже, в принципе, там всех прокачал, мне осталось судьбу докачать, все, никак не доберусь. Думаю, за выходные, до выходных уже или за выходные сделаем это все, либо в пятницу, там обнова, думаю, будет где-то в пятницу. Завтра ничего не писали у нас по обнове, то, скорее всего, будет в пятницу. И мы с вами уже займемся конкретно прокачкой. Докачаю все и переберемся на китайку, будем на китайке. Ну и дальше, соответственно, на русском сервере придется все качать. Ну, на русском сервере, честно говоря, качать нет за что, там нету таких акций, как здесь. Если вы смотрели базар, рынок сегодня на русском, там все печально. По сути, на китайке дешевле получается сейчас. Ну и здесь не проблема собрать. Накраса, ну, если сравнивать, то, по-моему, дешевле. Так, окей, с этой акцией мы разобрались. Забрали, сейчас посмотрим, что там у нас повыпадало. Это что за акция? Акция на роль талантов, если я не ошибаюсь. Это акция на покупку. Вот так вот, смотрите, сколько мы еще забрали. 60, 20. Вчерашним еще 20. Огника. Короче, я сегодня огника собрал, не знаю, сколько у меня там уже осколков. Уже 7 огнекрылов у нас есть, вот так вот. Так, значки почета хорошо, книги хорошо, кувлачки тоже отлично. Вот, ребят, 10. 10 у нас уже есть, поехали на фрейку. Наша фрея. Начнем с фреи.
Так, но это не те таланты, которые нам надо прокачать. Тут на девятке 3,7,5 просто от хила больше дадут. Вот так вот. Вот так делаем. Вот 9-9. 9-9, и можно грубую силу будет сделать. Докачать и тоже сделать. Сколько у меня там семерок есть. Надо будет докачать еще одну сделать. У меня тут куча всего есть. Так, окей, поехали дальше. 286 коробок. Будем искать опять новые 403 таких. Чем займемся прокачкой аккаунта этого. Только надо будет аугментации поделать. Так, 40 коробок. Поехали, let's go. Опять же, грубая сила понавыпадала. Психощит один видел. Так, смотрим, железная воля. Психощит один только. Воодушевление. Ну, так себе, видите, психощитов маловато упало. Психощит тоже сделаем ради интереса. Прокачаем. Так. Еще какой-то пятый. Так, что там у нас по расходникам есть? Вот грубая сила у нас есть, еще хватит, думаю, прокачать. Вот, кстати, я не помню, если не ошибаюсь, новые сумочки. Вот, ребят, то, о чем и говорили. Новые сумки, третьи, в которых будут падать, опять же, за донат продаваться, и будут падать эти камни. Вот так вот и нового героя, и скины. В общем, три штучки дали всего лишь. Кстати, я думаю, в хрустальном все-таки будет скин. До этого мы дойдем. И я покажу вам уже героя нового. Так, окей. Использовать. Бум. Вот, новый талантик сразу дали нам. Рунами. Неплохо. Неплохо, неплохо. Так, ну что, ну и вроде все. Больше такого ничего интересного нет. В общем, вот так вот. Ждите видосика на Фрейку. Ждите видосика по скину, думаю, тоже сейчас его дособираю уже с этого. С хрустального и уже потрешуем. Все. Всем удачи. Всем пока. Ждите дальше видосов.